А чё это ты дома сидишь? Еще и книгу читаешь. Ты ж по пятницам со своим Витьком в баню ходишь. Эх, нет больше Витька. Улетел он. Ой, да куда твой алкаш этот улетит? Ну откуда я знаю? Сел на ковер самолет, да улетел куда-то. О, совсем кукуха поехала, да? Открывайся, сезам, арабская ночь. Геночка, а что ты такой грустный сидишь? Да не знаю, что тебе подарить на праздник, представляешь, вот. Ну ты же знаешь, что самый лучший подарок – это тот, который ты делаешь собственными руками. Ну ты сама говоришь, что я рукожоп. Ну я знаю, что у тебя точно очень хорошо получается делать. Что? Ну вот смотри, возьми в ручки свой телефон, бери. Вот, молодец мой хороший. И переводи все свои денежки мне на карту. Зачем? Ну, подарочек мне будет. Я чуть не поняла, куда ты у меня собираешься? Коляну на день рождения. И во сколько ты придешь? Не во сколько, завтра. В смысле завтра? Ну, он за городом снял коттедж. Там банька, шашлыки, все дела туда-сюда, бассейн там. Ах ты, бродяга, смертный прыщ! О, привет! Привет, Геночка, ты решил вернуться ко мне? Ну да, я вернулся, чтобы забрать свои удочки. Какие удочки, Ген? Ну давай начнем все сначала. Оксана, ну какое сначала? Мы же с тобой уже говорили об этом. Я от тебя ушел, мы разошлись, и у меня роман. Ну это просто какой-то роман. Ну ничего себе какой-то роман. Так-то у нас любовь с ним, мы друг друга любим. У нас все серьезно. Чего, блядь? Ну, Геночка, а что ты такое делаешь? Шашлыки. Ну, какие шашлыки? Мы же хотели романтику устроить. Шампанское, клубника, взбитые сливки. А это что? Ну, а что тебе разве вкусненькие шашлычки из индейки, да, с шампиньонами, да под холодненькое пивко? Не романтик разве, а? Эх, ну ладно, давай. Смотри, какая прелесть, а.